Привет всем! Сегодня мы с вами будем готовить банановые маффины, и, конечно же, для этого нам понадобятся формочки, 2 банана, 100 грамм сливочного масла, 100 грамм белого сахара, 50 грамм тростникового сахара. Дальше нам нужно будет перемешать масло и 2 вида сахара, и будем потом добавлять другие ингредиенты. Теперь нам надо добавить 2 яйца. Добавляем 2,5 стакана муки. Теперь добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя для теста. Теперь все надо перемешать. Теперь мне нужно перемолоть банан в блендере и добавить смесь банана в наше основное тесто. Вливаю нашу смесь банановую. После того, как я перемешала тесто, я буду раскладывать его по формочкам. Если хотите, то можно как-нибудь украсить кексик, например, положить сверху кусочек банана, либо же можно посыпать чем-нибудь. Ну, в общем, на что у вас хватит фантазии, я, наверное, посыплю корицы немножечко. Я вам рассказывала, что я очень люблю добавлять корицу во всю выпечку, которую я делаю. Теперь я украшу кексики совсем чуть-чуть корицей, буквально прям по щепоточке. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие вы любите кексы, шоколадные, может быть, еще какие-то, может быть, самые обычные, вернее, не кексы, а маффины. Пишите, какие у вас любимые рецепты обязательно в комментариях, делитесь друг с другом, мне кажется, что это будет очень здорово. Может быть, есть у вас какие-то свои кулинарные секреты, пишите их тоже обязательно в комментариях. Я буду очень рада, если вы будете все общаться между собой. Конечно же, я думаю, что это будет не только здорово пообщаться, а просто полезно, как минимум. Теперь я буду отправлять маффины в духовку. Я разогрела ее уже предварительно на 200 градусов. И теперь маффины будут выпекаться в течение получаса или 40 минут. Ну, буду смотреть по состоянию готовности. В общем-то, вот такие маффины у меня получились. Единственное, они у меня все начали убегать. Но я думаю, что это не так страшно. Главное, что это будет очень вкусно. Я уже попробовала, и мне действительно очень понравилось. Я напишу рецепт под этим видео. Обязательно попробуйте. И напишите потом, как вам понравилось или не понравилось. Но лично мне эти маффины просто безумно нравятся. Приятного аппетита тем, кто будет готовить эти маффины. Чуть не забыла вам показать, как выглядит маффин в разрезе, а то многие девочки просили показывать, как выглядит блюдо в разрезе. В общем, я вытащила из формочки и сейчас разрежу и покажу, как он выглядит внутри. Так вот он выглядит в разрезе. Ребята, и напоследок хочу вам посоветовать очень хороший кулинарный канал, называется «Шедевры кулинарии». Если честно, сама часто его просматриваю, поэтому решила вам его посоветовать. Каждый день новые шикарные рецепты выходят, точно для настоящих хозяек. Подписывайтесь, я думаю, что он вам понравится. Ссылочку я оставлю обязательно под этим видео.